И что вы думаете? Значит, я прервала видос. Ну, я пошла, говорю дочке, давай, ладно, ты тут рядышком поплавай, я пойду отойду вот здесь в бухточку, это никого нет, сейчас мир, тишина, классно. Я запишу какие-нибудь вести, новости, начала тут, раскочегарилась как раз после 2 часов плюхания. Но я как бы не то что плаваю, прям я вот реально по многим причинам боюсь моря, вообще глубины и так далее, ну, неважно. Но играем с дочкой, и, в общем, это, я не знаю почему, дети прям липнут ко мне. Я, может, похожа на Деда Мороза или что. Ну, конечно, я закончила, ну, не совсем педагогически, но было направление, что я могла работать как учитель. Но, кстати, никогда по специальности, в общем, и не работала. Ну, почти. И мы отошли с дочкой, значит, спрятались в бухточку, все нормально. Вчера рядом с нами, ну, в принципе, более-менее одни и те же люди рядом на пляже. Я даже вот подошла к камню здесь, так, в течение дня, и слышу, кто-то зовет. Женщина, женщина, можно нам и сейчас помочь, типа? Нам и сейчас нужна помощь. Я такая, так, не поняла. Раз, разворачиваюсь. Вчера прикол получился. Отдыхали две женщины, ну, такие, не старые, но так, в годах, в общем. И я смотрю на них, они мучаются, не могут палатку собрать. Но они такие, получилось, они хотели большую на двоих, а получилось маленькие какие-то взяли детские. В общем, они не могут никак эти палатки собрать. Ну, знаете, они когда вот посередине их перевьешь, короче, и засовываешь в пакет. Короче, я думала, что это идет классика, такой длинный шалаш, посередине перекручиваешь и, в общем, его, это, ну, пакуешь. А тут оказалось, что на 3 раза он должен быть круглым. Мы так вчера смеялись, мы вообще где-то, ну, минут 20 ржали, перекручивали палатку. Все такие на пляже смотрят, прикалываются с нас. Ну, я типа подошла помочь, перевила на 2 разных. Нет, надо на 3. Ну и вот сегодня она вспомнила, такая мне говорит, типа, давай еще сегодня. Я говорю, а что вы сегодня без палатки прикалываетесь? Она так ржала. Люди такие смотрят, не поняли. Ну, короче, факт в том, что одни и те же люди более-менее приходят всегда на пляж. И если ты, например, неделю отдыхаешь, то ты всегда видишь одних и тех же людей, даже сегодня на входе. Смотрим, девчонка, которая была рядом с нами. Ну, в общем, дело в том, что эти маленькие девочки, они вчера играли, прыгали, сегодня 2 часа. И даже не подходили, не спрашивали, как вот часто дети знакомятся, что-то это. Тут только стоило мне отойти в бухточку и начать снимать видос. Все, они все подбегают, знакомятся, бегут. А что мы тут делаем? А вообще-то им сюда как бы нельзя, но они захотели к нам знакомиться с дочкой, знакомиться со мной. Я такая, это, ну, говорю дочке, ну, давай, как бы, это, ну, типа, поболтай, поиграй, что. Вот. А даже иногда иностранцы прям липнут, ну, не знаю, там, как бы, особо не пытаешься ни разговаривать, ничего нет, все равно клеится. И это... И вот они прибежали, мама подходит, их, ну, типа, ну, вот, захотели, типа, поиграть, типа, с вами тут побыть, я такая, ну, нормально, что-то, детский сад такой можно открывать. Ну, вот сейчас дочка с ними барахтается, в общем-то, это, я немного тут еще мочу ноги, задницу, люблю смотреть между камней, когда есть вот рыбы интересные, раки, тут переместили немного в этом году. Вот, хорошо, что солнца нет, вот сейчас не печет, как бы, и вот, как я уже сказала, это вообще не облака, это вот эта вот мгла спустилась. Прогноз, опять же, повторюсь, что нет изменений, но вот я сижу за компьютером, у меня почему-то новая программа сейчас автоматически показывает погоду, и мне постоянно показывает перемены, то, что облака все больше, и уже идут на проценты, типа, возможность дождя. Ну, посмотрим, что будет, потому что... Где-то потопы полсвета, а блин, полсвета вот горит и жарище, и духотище. Посмотрим. Я вам видосы, ой, видосы, господи, эти вести буду снимать, новости. У меня, поскольку конец месяца, очень плохо опять загрузка идет. Плюс то, что, ну, все-таки людей больше отдыхает рядом. И очень тяжело видео, не знаю, там 8-9 минут, ну, почти никак. Даже 5 минут у меня часами загружается, поэтому опять буду такие ролики покороче. Буду меньше монтировать на компьютере, прерывается постоянно. Вообще вчера, по-моему, во всем свете что-то там рушились программы, разные страницы. И буду вот такие вот блиц, может быть, с этими, с вестями, новостями выставлять. Хочу привет, кстати, передать моей подписчице, которая отдыхает в Триквенице. Разведчик мой, назовем его так. Ну вот, сегодня не успела, не дождалась, вернее, еще ответа по отелю Мирамары. Как